Всем здорово, с вами Влад, и сегодня у нас будет Among Us. Но Among Us не простой, а со скоростью 3x. Вообще, поначалу я не хотела записывать такой ролик, потому что обычно я бегаю на скорости 1.25, 1.75, ну короче, вы поняли, на такой нормальненькой скорости. Да, дело в том, что я не люблю слишком быструю скорость в Among Us. Все как-то быстро происходит, но в принципе мне это не нравится. Но я пару каточек сыграл на скорости 3x, попробовал как это, и мне даже немного понравилось. Ну и собственно вот так вот появилась идея заснять это видео. Ладно, давайте возвращаемся в Among Us. Так, карточку я провел. Да, у меня задание в 2. Так, тут у нас наполнить баллоны, по-моему. Так, все, один наполнили, и второй тоже наполняем. Блин, нашли труп и не дали мне выполнить задание. Белого убили. Так, где труп? Будем сегодня узнавать, кто предатель, догадываться. Точнее, да? Возможно, если повезет, поиграю за импостера. Кстати, я совсем забыл сказать. У нас 2 предателя. Карта Полюс, как вы уже заметили. Таски заполняются в момент голосования. И анимации выключены. Так, пока что вроде никто ни на кого не гонит. Я обычно рассуждаю так: вот кто первый проголосует и ничего не напишет в чат, тот предатель. Все, вот первый проголосовал синий, я думаю, синий, все. Голосуем за него, это проверенная тактика. Ну, конечно, да, иногда она не срабатывает, как бы. Да, просто обычно предатели голосуют самые первые. В общем, можете пользоваться этой тактикой, но она не стопроцентная. Ладно, никого не кикнули, но это понятно, это первое голосование. Так, у нас 8 человек, чтобы предателям выиграть, им нужно 4 килла. Ну, я думаю, они не так уж и далеко от победы. Вот только у них перезарядка убийства 45 секунд. Так что мы, возможно, успеем выполнить все задания. Так, один наполнил. А, смотрите, я ж тогда в прошлый раз выполнил, короче, только один баллон, а второй не выполнил. И вот я, когда подошел к этому заданию, у меня, по идее, и остался вот этот баллон. Ладно, здесь мы выбираем аномалию, или как там было написано, короче, и доделываем провода. Блин, у меня последние провода над ямой, так тут синий как-то подозрительный. Видели, он подошел к проводам и сразу отошел. Я, короче, сейчас никого не убили. Ну, не знаю, нажимать на кнопку или нет. Ладно, давайте нажмем. Просто я, типа, потратил кнопку и уже не смогу нажать. Это синий все написал. Он реально подозрительный. Просто подошел к заданию, проводам, и сразу же отошел. Но так быстро провода не делаются, это 100%. Кстати, он оставался с черным, и его убили. Это 100%. Он, помните, черный там ходил в лаборатории, и там был уже синий. Значит, это 100% он. Он его убил, когда я ушел. Блин, ребят, я неправильно написал, короче, я написал, я его убили. Ну, короче, я думаю, вы поняли, сейчас я гоню на синего, все, его кикнули. Он, видимо, проголосовал за фиолетового. Не знаю, почему, возможно, вы заметили, что он вообще не оправдывался. Обычно так делают члены экипажа. Ладно. Так, в общем, что я хотел сказать... По поводу того, что он проголосовал за Фиола. Возможно, этим он хотел показать, что Фиол, что ли, его второй предатель. Ну, я не знаю. Могу сказать только одно, то, что у меня фиолетовый под подозрением. Так, пока никого не убили, нас 6 человек. Так, нормально, я все задания выполнил. Вот у вас было так, бывает такое, то, что кто-то, короче, не выполняет просто задание, и вы из-за этого одного человека просто не можете победить заданиями. И еще хотел рассказать... Блин, свет вырубили, сейчас его починим. Ну так вот, хотел, короче, я вам рассказать то, что, короче, если ты покинул игру, то твои задания удаляются, как бы, и таск заполняется, вот твоя полосочка. Это такой, не знаю, лайфхак, то есть, если вам лень выполнить задание, и в команде они остались только у вас, можете просто покинуть игру. И тем самым помочь своей команде победить. Так, кто-то в 2, кто-то в лаборатории, в принципе, я на карте практически никого не вижу, что ли, все, наверное, ходят по улице. Так,
кто-то в офисе, нужно прочекать. А, тут оранжевый. Так он вроде выполнял уже карточку, но это не точно. Ладно, так дальше смотрим. Кто-то вооруженный, во два теперь, в офисе два чела. Так, в офисе один чел. В управлении кор. Такс. Сейчас будем смотреть, где убийства там происходят. Кто-то в хранилище вообще. Да. Так, два в офисе чела. Так, стоп. В офисе убийство, в офисе убийство. Да-да-да, репортим. Так, мы выполнили почти все задания, но я уверен, что мы не успеем. Так, нужно написать в офисе. Все, написал. Я думаю, фиолетовый, но если это, это не кор, смотрите, это не кор, потому что он на момент убийства был со мной в управлении. Значит, это либо фиолетовый, либо голубой. Нужно написать кору, короче, то, что если игра не заканчивается, то чтобы кор нажал на кнопку. Да, и кстати, не пишите в комментариях, что если я типа неправильно пишу, значит это я просто, ну типа по невнимательности или из-за того, что я хочу быстрее написать. Ладно, если игра не заканчивается, тогда коричневый нажимай на кнопку. Кнопку. Все, я написал. Так, я все задания просто сделал. Да, это скорее всего фиол. Так, блин, я не успею. Тогда голубой. Я уже так написал, блин. Голубой, вот. Не я. Тогда. Так, у голубого слили. Но если сейчас игра не заканчивается, то это фиол. Так, Женя тут. У него такой ник был изгнан. Нет! Не закончилась игра, бежим! Кор, нажимай на кнопку. Так, я буду готов починить его саботаж. Так, а, нет, он не реактор устроил. Так, он свет вырубил. Я бегу чинить. Так, пам-пам-пам-пам. Все, починил. Блин, тут уже этот фиол поганый. Бежим от него. Бежим! Он еще двери тупо закрывал. Открываем быстрее. Это не кор и не я. Значит, это 100% фиол. Нажимай, кор, на кнопку, пожалуйста. Я уже не могу нажать. Да, ребят, это был фиол и синий. Итак, ребят, начинается вторая каточка. Член экипажа. Обнаружено два импостера среди нас. Так, сделаем ключи. Ключи мы провернули, отлично. Так, черный почему-то не побежал делать ключи. И поэтому он у меня в первом списке на подозреваемых, так можно сказать. Кстати, да, ребят, хотел вам рассказать, какой лайфхак, как спалить импостера по ключам. Да, вы не ослышались, по заданию с ключами. Смотрите, если у вас есть ключи, значит, они есть у всей вашей команды, у всех членов экипажа. И если кто-то подойдет к ключам, а вы видите, что у вас этого задания нет, значит, он 100% импостер. Да, и если вы предатель и видите, что все подходят к ключам, значит, очевидно, что у всех есть ключи. Также вы можете это проверить на своей карте, там, где задание у вас будет высвечено, там, то, что с правой стороны, по-моему, там будет задание с ключами. Ну, в общем, ладно, мы выполнили карточку, и у нас остается последнее задание в исследовательской. Пока, вроде бы, да, никого не убивали, никого. Кстати, никого. Да, один ливнул, кстати, возможно, его оранжево и убили. Просто когда вот тебя убили и ты ливнул, то на пульсометрах уже не подсказывается, что ты умер. Это, конечно, жалко, ну ладно. Будем считать, что никого не убили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, нормально, задание выполнили. Теперь что там, кто-то в исследовании? Ну, кто-то в парилке, короче. Так тут черный, он реально подозрительный. Убежим лучше от него подальше, чтобы он нас не убил. Он не выполнял ключи, раз. И он подозрительный, два. Это 100% он. Но пока что я утверждать не буду.
Так, ребят, короче, мы кикнули Лайма. Будем надеяться, что он приедет. Так, Эдисон подсоливнул. И вот я задаюсь вопросом. Почему шкала со заданиями, вот Total Task Completed, она вся заполнена? Почему? Вот я, честно говоря, не знаю, потому что... Да вообще, если бы было так бы, то мы бы давно бы уже победили. Скорее всего, это какой-то баг. Да блин, чего светом не чинить? Да ё-моё, кто свет ломает? Я не понял. Все починили. Нормально. Фух. Ставь лайк, если тоже бесит, когда... Ну, ты чинишь свет, и кто-то специально выключает эти рычаги. Так, это этот желтый, потому что он, короче, этот, по-моему, или черный. Кто-то из них, короче, игрался с рычагами. Но я все-таки думаю черный, потому что он не делал ключи. Да, все. Вот если это не черный, ну, типа, может, он там забыл выполнить эти ключи, потом прибежал, выполнил. Да, если это не черный, игра не заканчивается, значит, я нажимаю на кнопку и гоню на этого желтого. Не знаю, почему не кор. Ну, как бы я его постоянно видел. Буду просто надеяться, что он не пред. Так, ну и в принципе, да, потому что черный и белый бежали вместе. А потом белого убили. Да, кстати, я тоже это видел, то, что они вместе бегали. Помните... Короче, черный бежал за белым. Вот я думал, если белого как бы убили, значит, черный, видимо, убил белого, а Лайм, типа, убегал от трупа и прыгнул в люк. И поэтому его спалили, точнее, в яму. Сейчас посмотрим. Да, победа, это был Лайм и черный. Итак, ребят, последняя, завершающая, третья катка, и я, наконец-то, импостер. Кстати, прикольно, третья катка, и я импостер. Ну, не знаю, почему так, почему я сразу не попался импостером. Ну, да ладно. Все равно эти катки, как по мне, были крутыми. Так, вырубаем свет и убиваем белого. Все, отлично, отлично. Так, блин, желтый на камерах, но он, по идее, этого не видел. Так, куда выпрыгнуть? Блин, придется, наверное, нет. Убегать от труба там не вариант. Вот два, кто-то открыл дверь, сейчас по-любому найдут труп. Блин, где вылезти? Так, желтый ушел, но все равно нельзя палиться. Так, опа, темно-зеленый сейчас зарепортит. Так, он зарепортил голосовони. Еще будем решить, кто предатель. Ну, я, конечно, знаю, кто предатель. Да, где труп? Давайте так напишем. Я это всегда как бы пишу в начале катки. Обычно я пишу где. Ну, а иногда пишу где труп. Да, иногда я не ленюсь писать где труп именно, а не просто слово где. И мне часто нет, просто не отвечают. Ладно, анимки выключены, если что, так что черный как бы может и фейковать стрельбу, но я все-таки думаю, что не черный, потому что, ну, сейчас много человек, и если бы он хотел специально сделать так, чтобы на него в этом голосовании не голосовали, и он потом выиграл, ну, типа, такого точно нету, потому что нас много, как бы, и мы по-любому успели бы нажать на кнопку и сказать, что он фейковал, типа, астероиды. Ну, в общем, ладно, вы, наверное, уже во всем запутались. Мы кикнули темно-зело. Почему-то там кто-то сказал, что саморепорт. В общем, он был изгнан, и остается 2 килла. Но я хочу сделать по красоте. Я сейчас кого-то убью, буду надеяться, что мой второй пред не будет никого убивать. И я нажму на кнопку, нагоню на кого-то, он не будет предом. И как бы игра закончится. Так, ребята, я устроил саботаж реактора, сейчас сами его починим для вида. Все, я починил, правда, только салатовый и черный это видел. Ну, в общем, ладно. Черного я точно сливать не буду, он мой друг, все нормально. Ну, или, возможно, я его просто убью. Ну, сейчас посмотрим, кто будет рядом, того и убью. Нужно фейковать задание. Ну, вообще, рядом никого нет, можно просто делать, что хочешь. Так, оранжевый. Давайте оранжевого убьем. Сейчас у меня перезарядка убийства откатится. Все. Салатовый не убивай, я хочу его убить. Бабах! Хе-хе-хе. Так, все, я оранжевый убил, все, убегаем от трупа. Или может сделать второе убийство, не знаю. Давайте. Так, ну все, типа я посмотрел по пульсометрам, оранжевого убили. Так, кто сейчас? Кто-то в исследовательской там? Давайте посмотрим. Так, здесь желтый. Опа, зарепортили труп. Мне самому не пришлось репортить. Так, давайте желтый напишем на глазах. Из ямы. А?
Просто угораю, гоню на член экипажа. Если не он, то я. Фил нет, написал. Скорее всего, он с желтым играет. Это желтый. Фил видел, что у меня скан, блин. У него скан. Блин, походу я реально затупил. Ладно, напишу, анимки выключены. Сейчас буду топить за этого, за желтого. И говорю, и сейчас напишу, что он фейковал скан. Все. Написал так, это желтый. Это желтый и фиол. Ну что, ребят, я как бы позакрывал везде двери и убил Фиола. В принципе, изи катка. Ну а с вами, как бы, Влад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.